Значит, друзья мои, в Плёсе подле церкви святой мученицы Варвары находится такое очень аутентичное и приятное местечко. Называется Гранд Сова. Это отельчик, но это не просто отельчик. Здесь все очень сделано красиво, добротно, сделано на высоком уровне. Вот там живут совы, настоящие живые совы. Глаша, Соня и Сёма. Аня, не зацикливайся на совах, у нас совсем мало заряда. Значит, будьте любезны, давайте быстренько-быстренько пройдемся. Значит, ну вот сейчас у нас сегодня 21 сентября, осеннее равноденствие. Мы видим с вами здесь великолепные плоды сезона этого года. Помимо номерного фонда, великолепного ресторана, террасы, здесь еще у нас есть. Вот там наверху, сейчас посмотрим, может быть, если успеем, там находится музей. Вот здесь у нас дивный сеновал, здесь можно спать. Вот кровать находится на сене, пахнет совершенно потрясающе, везде развешаны травы. Далее, бегом, далее, бегу, не упасть. Ну вот это наша ведьминская. Вот, далее, смотрите, можно насладиться массажем. Вот там опять же травы. Мне жаль, что камера не может передать запахов, которые здесь присутствуют. Вот этих ароматов. Пожалуйста, залезь наверх, чуть-чуть покажи нам музей-амбар, в котором хранятся разнообразные аутентичные вещи, предметы быта. Вот, слезаем, побежали дальше. У нас совсем-совсем мало заряда и времени. Гоу-гоу, следите за мной. Мясоедов. Вот говорят, что все спрашивают, почему Мясоедов — это владелец данного дивного места. И вот там у нас, смотрите, тоже какие-то террасочки. Сверху террасочки. Пойдемте дойдем, да, все-таки посмотрим. Вы не видали, следуй за мечтой написано. Да прекрасно, спору нет. Смотрите, это все обо мне и на вас. Смотрите, какие плоды нам, да, осень принесла, равноденствие принесло. Совы, ключи. Все, как я люблю. Вот такой очень приятный ресторанчик. Вот там находится терраса. На террасе... Добрый день. На террасе можно отдыхать и не в самое холодное время суток. Там есть горелки. Вот. Познакомила я вас с таким прекрасным местом. Получила в дар себе тыкву. И приезжайте. В интернете можно найти координаты и посетить это прекрасное место. Город Плёс. Всем пока.